как перевести свою аудиторию из одной социальной сети в другую, как экспертам развить свой телеграм-канал или сообщество ВКонтакте. Я приглашаю тебя на курс, который посвящен переходу в социальные сети ВКонтакте и Телеграм, по окончании которого ты поймешь различия между этими площадками, узнаешь, какая площадка наиболее подходит для тебя и твоего продукта, также какой контент лучше предлагать аудитории, чтобы он имел максимальный успех. И ты узнаешь конкретные шаги, что уже нужно сделать сейчас, чтобы аудитория вовлекалась и переходила на нужные платформы. Всем привет, меня зовут Баранова Ирина, и я являюсь экспертом по контенту. Прежде чем у кого-либо учиться, важно ему довериться. Поэтому я хочу сейчас рассказать, почему меня можно и нужно слушать. 4 года назад я вышла в декретный отпуск и, как многие мамочки, завела свой блог в сети. Изначально он был про рецепты и про похудение, но очень быстро я увидела, что тот фото и видеоконтент, который я снимаю, он не настолько качественный и вкусный, как в действительности я готовлю. И с этого момента я начала развиваться именно в визуальном контенте. Я изучала виды съемки, стилистику, работу со светом. Я видела, как контент мой меняется и становится действительно вкусным. Но затем я поняла, что только визуальный контент этого недостаточно. Мне хотелось, чтобы аудитория вовлекалась и погружалась в контекст моей истории. И я погрузилась в контент-стратегию. И постепенно мой блог из похудения рецептов перешел в контент-стратегию. Сейчас я работаю в качестве контент-менеджера, работаю с компаниями и экспертными блогами, разрабатываю для них уникальную контентную стратегию, основываясь на их смыслах, ценностях, аудитории и продукте. И тем самым помогаю найти клиентов и продавать их продукты. Поэтому в этом курсе я собрала все самое важное и ценное, основанное на собственном опыте и знаниях, без воды, только конкретная информация. После окончания курса вы узнаете особенности и отличия площадок ВКонтакте и Телеграм, какой контент наиболее релевантный на этих площадках, чтобы он нравился вашей аудитории, аудитория ваша росла, что вам подходит, какую площадку вам выбрать, заходить во все социальные сети или остаться в какой-то одной. Также я предложу вам инструкцию по действиям, которые вы можете сделать уже сейчас, чтобы перевести существующую аудиторию из одной платформы на другую. И разберем с вами основные ошибки, которые мешают развитию канала либо сообщества в Telegram, как их не допускать и как их можно исправить. Этот курс подходит для новичков, кто пока что не начинал вести сообщество ВКонтакте или Telegram-канал. Я рассказываю все подробно, с нюансами и показываю на примерах. Также те, кто уже имеет свой канал или сообщество, этот курс подходит, будет полезен и интересен, потому что я даю много подробных инструкций, чтобы увеличить вашу аудиторию и сделать контент более результативным. Самое главное, после окончания каждого урока применяйте все знания на практике. Я жду вас на курсе. До встречи!